Хороший хлебушек в этом году. Да, хороший. И Михаил Степанович молодец. А почему это он молодец? Что в этом хорошего? Не пожадничал, купил европейские комбайны. На наших потери аж 20%. 20% хлеба на поле остается. Нехорошо это. А на этих европейских потери всего 3%. Только 3, понимаешь? Почти весь хлебушек собираем. Это потому, что умеют люди хлеб ценить. Потому и машины такие делают, чтобы каждый колосок без потерь, чтобы все собрать. Нормальная техника. Верно говоришь, дед Георгий. Мудро.